Отметить 75-летие во второй раз решится не каждый юбиляр. Большие затраты, да и возраст уже не тот. Однако это оказалось под силу целому городу. Второй раз отпраздновать день рождения Северодвинска решили на площадке одного из торговых центров. Танцами и песнями юные горожане подняли настроение, а шарами разогнали тучи. Вот такой способ борьбы с наступившим холодом выбрали участники праздничной акции возле одного из городских торговых центров. Поводом стал 75-летний юбилей Северодвинска. Организаторы в игровой форме решили напомнить юным северодвинцам, как, зачем и с каким трудом строился город. Ну, мне просто нравится ходить, играть вот в это вот все. И потом призы выдают еще. Как тебе в целом праздник вообще нравится? Ведь... Ну, мне понравилось. Сначала мы думали, даже все это отменят, потому что из-за плохой погоды. А сегодня вон как, солнце. Вместе с хорошим настроением дети подарили любимому городу открытки. Всего около 20 штук. Их они изобразили на асфальте. Здесь есть даже уменьшенная копия Северодвинской мэрии. Мы называли подводную лодку. А почему? Не знаю, это как-то больше всего подходит к Северодвинску. Вообще, в целом, весело сегодня вам? О, да, весело. Акция – часть большого проекта «Оживика». Он создан для детей из коррекционных классов. Участники проекта проходят 3 этапа. На каждом узнают отдельные фрагменты истории города. Также дети изучают основы анимационного творчества и даже учатся создавать мультфильмы. Проект создан специально для детей коррекционных классов. Им сложно изучать историю города обычными способами, которые присутствуют и используются в школе. И поэтому мы решили с помощью анимации приблизить их к нашим корням, к нашей истории Северодвинска и с помощью этого выдать свой продукт. Закончится проект «Оживика» в декабре мультфестиваля. Под руководством взрослых юные аниматоры нарисуют произведения по мотивам сборника «Золотое колесо». Дмитрий Ефимов, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.